Я думаю, что это один из очень интересных интеграционных процессов, которые происходят на просторах СНГ и не только. В 2017 году, в течение первого года своего президентства, я вышел с инициативой, мы подписали меморандум о сотрудничестве между Молдовой и ЕАЭС. В 2018 мы получили статус наблюдателя. Мы первая страна в мире, которая получила статус наблюдателя. Мы намерены двигаться дальше. Мы участвуем во всех заседаниях и рабочей группы, и на уровне премьеров, и на уровне президентов. Мы сейчас детально изучаем дорожную карту, через которую проходили другие страны до того, как получили статус члена ЕАЭС. Мы намерены в следующем году получить статус члена Евразийского банка. Это очень интересный финансовый инструмент для финансовой подпитки, для финансирования серьезных инфраструктурных проектов и экономических проектов. Поэтому мы с интересом смотрим в это направление и будем развивать сотрудничество.